Друзья, всем привет! Грядет зима, скоро будут хорошие холода, и поэтому стоит задуматься об аккумуляторных батареях своих автомобилей. И сегодня я вам расскажу, как зарядить батарею от своего авто вот таким вот умным зарядным HTRC B6 второй версии. Поехали! Как-то давно про эту зарядку я уже снимал видео. Мы подробно ее обжевывали, все подробно показывали, рассказывали, что идет в комплекте, что для нее нужно, для чего она вообще нужна. Это видео можно посмотреть вот по этой ссылочке. Кому интересно, там все очень подробно, я думаю, будет полезно. Ну а если вкратце, это умная зарядная, которая заряжает разного рода батареи, и литионные, и литий-полимерные, и никель-кадмиевые, и свинцовые, и заряжает их, и разряжает, и балансирует, и что она только не делает. Ну, даже, может, кофе варит, я не знаю, но про это в инструкции не написано. В общем, классная, прикольная тема. В свое время я ее купил за $30, причем купил две, потому что первая пришла бракованная. Продавец выслал вторую и не обманул, и это очень круто. Теперь у меня одна в полурабочем состоянии, вторая целая. Ну, как-то так. А теперь давайте посмотрим, как же вообще эту вещь можно подключить и зарядить наш автомобильный аккумулятор. Кстати, еще момент. Кроме самого зарядного, нам еще потребуется, конечно же, блок питания к нему. Блоки покупаются отдельно. У меня блок питания на 15 вольт 6 ампер. Это достаточно мощный блок, хороший. Также для этого нам еще потребуется вот такой вот переходничок. Чаще всего эта тема идет в комплекте. Крокодилы. Они тоже идут в комплекте, и здесь на Т-разъем совместимый. То есть мы подключаем эти крокодилы к заряднику. С этой стороны мы подключаем блок питания. Сам блок питания, конечно же, в розеточку. Но что дальше? Как же подключить вот это к клеммам автомобильного аккумулятора? А для этого мы сделаем вот такой вот простой, неприхотливый переходник. Просто кусок провода с одной стороны под клемму аккумуляторную ровно диаметром намотаем. С другой стороны просто крючочек, чтобы зацепиться вот так вот за крокодил. То есть с одной стороны так, с другой стороны так, плюс-минус. Все это дело на клеммы автомобиля. Дальше подключаем и заряжаем. Итак, вот к нам пришел наш подопытный, а именно аккумулятор Platin Silver. Он у нас на 12 вольт, 65 ампер часов. Скоро морозы, поэтому перед зимой я решил его немножко зарядить. Тем более сверху на нем есть индикатор, который говорит о том, что надо бы его зарядить. Charging is necessary. Как видим, он черный. Кстати, аккумуляторы с такими штуками очень сильно облегчают жизнь автомобилиста. Если зеленый датчик, то значит аккумулятор хорошо заряжен. Если черный, то лучше зарядиться. А если белый, то не хватает электролита. Надо долить дистиллированной воды. Переносим аккум с мороза, откручиваем у него все пробки, если это обслуживаемый аккумулятор, либо снимаем сверху пластину. И дальше готовим на зарядку наше зарядное устройство. Дальше подключаем. Значит, нам потребуется, как я уже говорил, само умное зарядное устройство с крокодилами. Зарядное устройство мы подключаем к блоку питания, который мы предварительно где-то воткнули в розетку. Дальше берем наши переходнички. Допустим, коричневый у нас будет минус. Красный у нас будет плюс. И все это дело цепляем за аккумулятор. Вот у нас на нем минус, а это плюс. Это сюда, это сюда. Все, после этого включаемся на самом заряднике. Ну, а дальше, чтобы было видно экран на зарядке, приходится вот так вот снизить яркость. Значит, после того, как мы включили зарядник, мы переходим в раздел кнопкой «Статус» PB Lead Acid, то есть выбираем программу свинцового аккумулятора, жмем «Старт», выбираем программу PB Charge,
нажимаем один раз старт, выставляем зарядный ток. В моем случае до 6 ампер, можно разогнаться с 6-амперным блоком питания. И выбираем аккумулятор 6S, а именно 12-вольтовый. Ну, как в нашем случае обычный автомобильный аккумулятор. После этого долгим нажатием кнопки старт запускаем режим зарядки. Аккумулятор быстренько проходит проверку. Я его уже немного позаряжал, поэтому у меня уже токи сразу падают на минимум. При этом видим, ток у нас ограничивается 14,4 вольта. И ампераж у меня будет сейчас в районе там 5,6 идти, 0,5,6, а был от 6 ампер и вниз в процессе зарядки. Когда аккумулятор зарядится, у нас амперы здесь станут по нолям, будет показывать актуальный вольтаж. Здесь мы увидим, сколько времени потрачено было на зарядку. Но сразу говорю, такой вот аккумулятор в 65 ампер часов заряжается реально почти, ну, сутки что ли. И здесь мы увидим, сколько мы миллиампер в него залили. Ну, в принципе, интересная, прикольная информация. Еще, конечно же, данный зарядник, когда закончит заряд аккумулятора, он выдаст звуковой сигнал о том, что он закончит. И будет написано End. Будет говорить о том, что он зарядил аккумулятор. Если в процессе зарядки нажать кнопку «Статус вправо», то мы можем увидеть, что у нас зарядка закончится, когда аккумулятор наберет 14,4 вольта, то, что у него входящее 15 вольт. Если был подключен датчик температуры, можно было бы по температуре ограничить непосредственно сам аккумулятор. Мы ставим датчик температуры на аккум, и он отображается здесь по температуре. Также есть еще таймер по времени. То есть если зарядка длится больше 240 минут, ну опять же это настраивается, то зарядник выключается. В данном случае эту функцию выключил, потому что заряжается все это дело очень долго. И есть также ограничение по залитому количеству миллиампер. Я его тоже выключил, но, допустим, поставить там 16 тысяч, при достижении показателя в 16 тысяч миллиампер, он остановит зарядку. В общем, умная, интересная штуковина. Ну что, дорогие друзья, в целом тут добавить нечего, все просто. Подключили, включили и заряжаемся, все как с обычным автомобильным зарядом, но при этом мы не перезарядим аккумулятор, не нагреем его, ничего не спалим, эта вещь умная, она постоянно контролит и напряжение, и силу тока, и когда нужно, она у нас отключится по умолчанию. При этом в настройках можно еще настраивать финальные токи, то есть мы можем поднять эти 14,4 вольта, либо наоборот занизить там, до 14,2, кому как нравится. Но я считаю, что лучше, чем настройка по умолчанию, в данном случае ничего не придумали. Ну, по этой теме все. Ссылку на эту штучку я оставлю в описании. Кому будет интересно, переходить, смотрите. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядываем в описание, а мы продолжаем. Всем пока!